Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по книге «Чисел». И сегодня мы читаем 9 главу этой книги. Здесь рассказывается о праздновании Пасхи, что делать тем, кто не смог совершить Пасху вовремя, то есть был нечист или где-то на стороне, то есть путешествовал. И о чуде облака над скинией. И мы читаем с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествию их из земли египетской, в первый месяц, говоря, пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время, в 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером, в пустыне Синайской, во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Законы о Пасхе, они излагаются в книге «Исход», начиная с 12 главы. И мы читаем далее, книга «Чисел», 9 глава, 6 стих. «Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершать Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди, мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим». Ну, имеется в виду, кто-то умер в доме. Они должны были погребать его, переодевать, омывать. «Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей, «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». Вот Моисей как бы не спешит ответить, он хочет переспросить у Господа. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в 14-й день второго месяца», то есть не первого месяца, когда весь народ совершает, а второго месяца вечером, то есть через месяц. «Пусть таковые совершат ее и с опресноками, и горькими травами, пусть едят ее. И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дальней дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время». Понесет на себе грех человек тот. То есть, если есть причина уважительная, почему человек не может там совершать какую-то службу, это одно дело, а другое дело он сознательно как бы игнорирует. «Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню по уставу о Пасхе и по обряду ее. Он должен совершить ее, а один устав будет у вас и для пришельца, и для туземца». А пришелец имеется в виду гер, человек, который перешел в иудаизм, а не просто так турист зашел и там сидит, все совершает. Потому что есть закон, что необрезанный да не ест Пасху. Значит, под пришельцем надо понимать гера. «В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией был огонь виден до самого утра». То есть вечером облако, а ночью огненный столб до неба, до самого утра. «И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь». То есть днем облако было.
И на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. То есть это был знак. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией. И они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то есть сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Вот дай Бог и нам жить так, чтобы все делать по указаниям Господним. И как это сделать, мы знаем. Мы имеем закон Божий, Библию, Ветхий и Новый Завет. Это Господне руководство к действию. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или иногда несколько дней стояло облако над скинией, то есть сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись по указанию Господню, останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Вот это очень важно, когда мы действуем по указанию Господню. Вот закон Божий – это и есть указание Господне для нас, верующих христиан православных, чтобы, руководствуясь законом, как сказано, все Писание полезно, мы бы действительно жили бы в счастье. Потому что счастье человеческой жизни – это распознать намерение Божие относительно самого себя и исполнять его, насколько это только возможно. Итак, сегодня мы прочитали 9 главу книги «Чисел». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 10 главу этой книги.